Ну и запустил. Сидят они тут. И залип. Ну это же шахматы. Чересчур залипучая херня. Я бы сказал, бич конечно. Алло, бушки. Так. Вот здесь постоит. Шапонька закатилась. Чё? Кого? Куда? Да. Отлично. Очень рад, что эта игра по скидке в Стиме. Ну чё? Вы готовы, дети? И не только. И не дети. Вообще не дети. О, Игорь Александрович. Дорогой мой человек. Здравствуйте. И вообще не дети, да? Так. О, Гринчарк, Протики. А для всех, кто еще не в курсе, я еще вчера... Вот такая ленивая жопа. Так вот, я еще вчера сделал голосовалку за книги в Дискорде. На этот раз только в Дискорде. В канале Известия есть тема голосовалки. Там есть... Другая, но она вам не нужна. Там поржать. А вот верхняя тема, она... Доброй ночи, Фортемплар. Она за книги. Вот. Собственно, там такой немаленький список. Копируешь оттуда, вставляешь сообщение, я потом все посчитаю. Там все подряд. И Гоголь, и Дюна... И Салтыков-Щедрин, и Шекли, и Вальтер Скотт, и чё хочешь. И да. Ну я просто пособрал по скриням эти бумажные издания. Ну из того, что мне сейчас вот интересно. В Дискорде. Вот. И... Садится. А, перебор. Мне желтенькая нужна. О. Не садится, я думал так, желтенькая. И Салтыкова, и Щедрина, и Михаила, и Евграфовича, да? И Лем там есть, да. Не здесь, в спальне стоит. Там самое страшное на самом деле, это вот, вот это. Потому что там 4 книги. И первой мне самому по себе прочитать осталось, ну, как бы, вот эта часть. И четвертой у меня еще нет в бумаге. Вот это страшно, потому что это надолго, прям прилично надолго. Но повествование там офигенное. Ни в коем случае не протежирую, так скажем, это произведение. Но советовал бы почитать. А Дэн Симмонс, песня Гипериона.
Тетралогия. Вот. По музыке у нас сегодня... Я что-то вот включил станцию VHS. Типа Be Kind and Rewind to Sounds in Spirit by the 18s. Давай попробуем. Ну да, Салтыков, Щедрин, Михаил Евграфович. А у тебя отец тоже Михаил Евграфович. Зачем два упоминания? Редзель. Фу. Спокойно. А что у нас сегодня на повестке дня? Ну, с учетом того, что я сделал голосование, на сегодня на повестке дня у нас чуть более длинный стрим, чем полтора часа. Скорее всего, часа два, может быть, даже с половиной. О, Рита, пруэ. И сегодня у нас последние три главы. Последнего из Магикан и послесловия. От кого, не помню, но мы дойдем до этого. Берем красивую закладочку. Не устану это повторять. Стюарт, ты где? Берем Стюарта. Какая книжка? Вот такая. Красивичная. Библиотека приключений. Да, она еще и вон волнистая. Я бы сказал, волнительная. Чтоб я помнил, откуда она у меня появилась, но, скорее всего, из театра. Да, мы, скорее всего, там... У меня нету Маленького принца, именно книжки. Я никогда ее не любил. Последний из Магикан. Москва. Металлургия, 1981 год. У меня Маленький принц только вот здесь. Его сейчас не очень видно, но он есть. Вот. Жопку кошачью не видно. Так. Чё, Рит, как диплом? Игорь Александрович, как работа? Да, этот любимый. О, кстати. Поздравляю, бля. Насчёт вашего прекрасного чат GPT. Есть у меня одна великолепная история. Вот, Гринчарк со мной солидарен. Я что-то там. О, прекрасно. С какими? Которые перечислены? Ну, Лавкрафт же тебе знаком, и Дюна хотя бы. Ну, пожалуйста. А есть. Кстати, если есть время, я могу скинуть аудиокнигу прям по Дюне, прям с хорошей начиткой. Не то, что некоторые. Так вот. Про чат GPT. Я вот потому и вспомнил, что я в курсе, что ты с помощью этой пижни писала диплом. Но, видимо, ты грамотно составляла запросы и давала задания. А вот в одном месте, где меня подписали позвучить, немножко неграмотно составляли. И на мой вопрос, кому в руки насрать и заставить умыться, кто это писал вообще, мне сказали, нейросети. Такой, блин. Ну это прям обидно. А там прям все очень плохо. И никто не редактировал, вот что самое интересное. Вот вообще никто.
И ты думаешь... Так. Игорь Александрович, ну что за читерство? Ну, кстати, такой вариант я не предусмотрел, что кто-то может голосовать за несколько вариантов. А все. А не предусмотрел, страдай. Считай все подряд. Все, все принято. Тогда однозначно Лем. Хорошо. Кстати, Солярис не читал. О, Рид, ты тоже можешь зайти голоснуть. Ты Салтыкова и Щедрина. Что-то, какая идея? Саша, ты меня пугаешь. Ты хочешь все перечислить? Жук. Классно. Вот тут где-то в пределах Трова бегает Евгений Сергеевич. Вот у тебя метро, а у него сталкер. Весь. По-моему, в бумаге есть. Если мать никуда не оттараканила. И сталкера. В бумаге только оф. Эммануэль, Арсан Эммануэль. Если у вас, Игорь Александрович, есть бумажное издание, приму на время на чтение. Ну, в порядке очереди. Могу еще добавить. Статьи есть? Я ж буду максимально серьезно читать. Не, тогда уж, знаешь, ну хотя бы классику не трогать в этом плане, а взять какой-нибудь эротический роман. Современный. Да я ж не знаю, сколько там офа. 76. Помогите. Хотя, чё я вот это вот, помогите. К счастью, не знаю. Блин. Это не тот сталкер. Игорь Александрович, вообще не тот сталкер. Фу-фу! Рита, фу-фу-фу! Кстати, по Солярису можно упороться. Можно прочитать Лема, а потом в Дискордике, например, посмотреть. Я вот не читал и не смотрел. Каюсь, грешен, ну бывает. Ну, да, но нет. Ну, чё, дай почитать. Я никому не скажу, что это твоё. Вот тебе крест. Блин, к сожалению, в бумажном варианте эта штука профукана.
Там была такая космическая сага. Я без слез не мог читать. Но есть электронная версия. Ну там прям... Это вот не серьезно читать, как там Купера или сказки, там, не прерываясь. Это прям надо с комментариями читать. Вот насколько я охреневаю, вообще не для детей комментарии на самом деле. Понятно. Ди. Я тебя тоже. Когда мы кофе будем пить? Будем. Вот. Нет, там просто это космическая сага от товарища под фамилией Булгаков. Андрей. Сам писать. Чтоб ты... Да-да-да, вот именно вот это, то, что я вам зачитывал. Я, короче, вот тут есть, как бы, оно даже в цифру переведено. А дальше мне лень. О, это чё? Чё это? О, это песня какая-то. Прикольно. Там прям горища стилистических, жанровых и всяких ошибок в этой пародии на произведение. И там вот, когда мне товарищ отдавал эту книгу, я выклинчил почитать, он сказал, я, говорит, максимум дочитывал до 11 страницы. Дальше либо меня разбирало от хохота, либо я хотел срать. Вот так вот. Фикция, привет. Привет, Саш. Опка под руку. Да. Человек, который ленился. Знаете, у Белянина... Беляева, простите, Беляева. Есть прекрасное произведение под названием «Бездельник Эдуард». А, интерьер. Интерьер. Я задолбался его, вот это вот, вот собирать и перетаскивать по всему дому, по всей комнате вот этой вот. Какая реклама? Нет никакой рекламы. А, у тебя, может быть, показывает рекламу, точно. Я и забыл, что оно включено, оно ж не работает. Надо будет выключить. Рита, мне надо. Буду записывать офлайн и публиковать на Бусти. Так на Ру вообще рекламы нет. Так, а мы что-то как-то затрындились. Вы так не считаете? 20 минут. Если себе рот горячим чаем обожгу. Не, нормально. Подостыл. Три штуки? Кого? Закончилась реклама? Офигеть. Фикция, я забыл, что она включена. Простите. Она же у нас не работает. Она же ничего не показывается. Поэтому
Как там? Извините. А, бездельник Эдуард. Ну, я на этом и закончил рассказ про данное произведение. Да, бездельник Эдуард и занавес. Кстати, штука великолепная. И это я сейчас. Не про Эдуарда, а про произведение. Там коротенький рассказ. Ну, относительно. Итак. Сегодня по плану. Три последних главы. И послесловие, или как оно там называется правильно? Никак, у него отдельное название. О, Lovecraft, это хорошо. А, Саш. Фикция. Я не помню, ты есть в Дискорде, нет? Там голосование за следующие чтения в известиях. Там есть из чего выбрать. От Гоголя до Симмонса. Ну, так как я нигде не написал, что голосовать за несколько позиций не камильфо, то... Милости прошу. Никто, кроме хитрого Игоря Александровича, этого не сделал. Понятно, понятно. Ага. Готов. Вижу. А, все. Валидация. Валидировано. Что? Это, кстати, будет потом поевреванить. О. А напоржать сейчас возьму и залезу на трое в мешок и запущу ракету. Ну, типа, а чё нет? Поехали. Пока VHS мне, в принципе, нравится. Ну, в смысле, музыкальная станция. Фенимор Купер. Последний из магикан. Глава 31. Флюэлен. Избивать мальчишек и обоз. Это противно всем законам войны. Более гнусного злодейства и придумать нельзя. Скажите по совести, разве я не правду говорю? Шекспир. Генрих V. Пока враг и его жертва были еще на виду у толпы, делавары оставались неподвижными, словно прикованные к месту. Но как только Гурон исчез, могучие страсти вырвались наружу, и толпа заволновалась, как бурное море. Ункас продолжал стоять на возвышении, не отрывая глаз от фигуры Коры, пока цвет ее платья не смешался с листвой леса. Сойдя с возвышения, он молча прошел среди толпы и скрылся в той хижине, из которой вышел. Наиболее серьезные и наблюдательные воины заметили гнев, сверкавший в глазах молодого пленника, когда он проходил мимо них. Таминунда и Алису увели. Женщинам и детям приказано было разойтись. В продолжении следующего часа лагерь походил на улей потревоженных пчел, дожидавшихся только появления своего предводителя, чтобы предпринять отдаленный полет. Наконец, из хижины Ункаса вышел молодой воин. Решительными шагами он прошел к маленькой сосне, росшей в расселине межкаменистой террасы, содрал с нее кору и безмолвно вернулся туда, откуда пришел. За ним вскоре пришел другой и оборвал с дерева ветви, оставив только обнаженный ствол. Третий раскрасил голый ствол темно-красными полосами.
Все эти проявления воинственных намерений предводителей племени принимались воинами в угрюмом зловещем молчании. Наконец, показался и сам магикан. На нем не было никакой одежды, кроме пояса и легкой обуви. Половина его красивого лица была спрятана под грубым черным облаком краски. Медленной, величественной походкой Ункас подошел к обнаженному стволу дерева и стал ходить вокруг него размеренными шагами, исполняя что-то вроде древнего танца и сопровождая его дикими звуками военной песни своего народа. Песня была печальной, даже слишком жалобной и могла соперничать с песнями птиц, но звуки ее внезапно обретали такую глубину и силу, что слушателей охватывала дрожь. В песне было мало слов, но они часто повторялись. Если можно было бы перевести слова этой необычайной песни, то они звучали бы примерно так. «Манито, манито, манито, ты велик, ты благ, ты мудр, манито, манито, ты справедлив. В небесах, в облаках, о, я вижу, много пятен, много темных, много красных в небесах, о, я вижу, много туч, и в лесах, и вокруг, о, я слышу, вопли, протяжные стоны и крик, в лесах, о, я слышу, громкий крик, манито, 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 я слаб, ты силен, я бессилен, манито, манито, мне помоги». Конец каждой строфы Унка спел громко и протяжно, что вполне соответствовало выраженным в ней чувствам. Первый куплет песни, где выражалось почитание, Унка пропел спокойно и величаво. Второй куплет был описательный. В третьем куплете смешались все ужасные звуки битвы, и, срываясь с уст молодого воина, эта строфа воспринималась как страшный воинский призыв. В последнем куплете, как и в первом, слышались умиротворение и мольба. Трижды повторил Ункас эту песнь и три раза протанцевал вокруг дерева. Когда в первый раз он пропел свой призыв, один суровый уважаемый вождь Ленапов последовал его примеру и запел тот же мотив, хотя с другими словами. Воин за воином присоединялись к танцующим, и так все воины, наиболее известные храбростью среди своих соплеменников, приняли участие в пляске. Вся эта сцена внушала безотчетный страх. Грозные лица вождей казались еще страшнее от дикого напева, в котором сливались их гортанные голоса. Ункас глубоко всадил в дерево свой томагавк и испустил крик, который мог быть назван его личным боевым криком. Это означало, что он берет на себя предводительство в задуманном походе. Сигнал пробудил все страсти, дремавшие до сих пор в доловарах. Около 100 юношей, удерживаемых до тех пор застенчивостью, свойственной их возрастом, бешено кинулись к воображаемой эмблеме врага и стали раскалывать дерево щепа за щепой, пока от него не осталось одни только корни в земле. Как только Ункас вонзил в дерево свой томагавк, он вышел из круга и поднял глаза к солнцу, которое как раз подходило к той точке, которая означала конец перемирия с гуронами. Выразительным жестом руки он сообщил об этом факте, и возбужденная толпа, прекратив мимическое изображение войны, с криками радости стала приготовляться к опасному походу против врага. Вид лагеря сразу изменился. Воины, уже вооруженные и в боевой раскраске, снова стали спокойны. Казалось, всякое сильное проявление чувств было невозможно для них. Женщины высыпали из хижин с песнями, и в которых радость и печаль смешивались так, что трудно было решить, какое чувство одерживает верх. Никто не оставался без занятия. Кто нес свои лучшие вещи, кто детей, кто вел стариков и больных в лес, расстилавшийся с одной стороны горы. Туда же удалился и Таминунд после короткого трогательного прощания с Ункасом. Мудрец расстался с ним неохотно, как отец, покидающий своего давно потерянного и только что найденного сына. Дункан в это время отвел Алису в безопасное место и присоединился к разведчику. Выражение лица разведчика показывало, что и он со страстным нетерпением ожидает предстоящую борьбу. Но Соколиный Глаз слишком привык к боевому кличу,
и военным приготовлением туземцев, чтобы выказывать какой-либо интерес к происходящей перед ним сцене. Он только бросил мельком взгляд на воинов, которые собрались вокруг Ункаса. Убедившись в том, что сильная натура молодого вождя увлекла за собой всех, кто был в состоянии сражаться, разведчик улыбнулся. Потом он отправил мальчика-индейца за своим оленебоем и за ружьем Ункаса. Подходя к лагерю делаваров, они спрятали свое оружие в лесу на тот случай, если им суждено будет очутиться в плену. Послав мальчика за своим драгоценным ружьем, разведчик поступил со свойственной ему осторожностью. Он знал, что магу явился не один. Знал, что шпионы Гурона следят за всеми движениями своих новых врагов на всем протяжении леса. Поэтому ему самому было бы опасно пойти за ружьем. Всякого воина могла также постичь роковая участь. Но мальчику опасность угрожала только в том случае, если бы его намерение было открыто. Когда Хейвард подошел к Соколиному Глазу, разведчик хладнокровно дожидался возвращения мальчика. Между тем, мальчик с сердцем, бьющимся от гордого сознания, оказанного ему доверия, полной надежды юношеского честолюбия, с небрежным видом пошел к прогалине в лесу. Он вошел в лес недалеко от того места, где были спрятаны ружья, но как только листва кустарника вскрыла его темную фигуру, он пополз, словно змея, к желанному сокровищу. Успех улыбнулся ему. Через минуту он уже летел с быстротой молнии по узкому проходу, окаймлявшему подошву террасы, на которой стояло поселение. В правой руке у него было ружье. Он уже добежал до скал и перепрыгивал с одной на другую с невероятной ловкостью, когда раздавшийся в лесу выстрел показал, насколько справедливы были опасения разведчика. Мальчик ответил слабым, но презрительным криком. Сейчас же с другой стороны леса вылетела вторая пуля. В следующее мгновение мальчик показался наверху на площадке горы. С торжеством подняв над головой ружье, он направлялся с видом победителя к знаменитому охотнику, почтившего его таким славным поручением. Несмотря на живой интерес, который принимал Соколиный Глаз в судьбе своего посланца, он взял оленебой с удовольствием, заставившим его на время забыть все на свете. Он внимательно осмотрел ружье, раз 10-15 спускал и взводил курок, убедился в исправности замка и тогда только повернулся к мальчику и очень ласково спросил, не ранен ли он. Мальчик гордо взглянул им в лицо, но ничего не ответил. «Ага. Я вижу, мошенники ссадили тебе кожу на руке, малый», — сказал разведчик, взяв руку терпеливого мальчика. «Приложи к ране растертые ольховые листья, и все пройдет. А пока я перевяжу тебе руку знаком отличия. Рано ты начал ремесло воина, мой храбрый мальчик, и, вероятно, унесешь множество почтенных шрамов с собой в могилу. Я знаю многих людей, которые снимали скальпы. Они могут показать таких знаков. Ну, ступай», — прибавил Соколиный Глаз, перевязав рану. «Ты будешь вождем». Мальчик ушел, гордясь струившейся кровью более, чем мог бы гордиться своей шелковой лентой любой царедворец, и вернулся к своим сверстникам. Все были так озабочены в эту минуту, что отважный подвиг мальчика не привлек к себе внимания и не вызвал тех похвал, которые он заслужил бы в более спокойное время. Но этот подвиг открыл делаварам позицию врагов и их намерения. Тотчас же был послан отряд воинов, чтобы выгнать скрывшихся гуронов. А задача эта была быстро исполнена, потому что гуроны удалились сами, увидев, что они обнаружены. Делавары преследовали их на довольно далеком расстоянии от лагеря и затем остановились, ожидая распоряжений из боязни попасть в засаду. Оба отряда притаились, и в лесах снова воцарилась глубокая тишина ясного летнего утра. Спокойный с виду, Ункас собрал вождей и разделил между ними свою власть. Он представил разведчика как заслужившего доверия и испытанного воина. Когда Ункас увидел, что индейцы хорошо приняли разведчика, он поручил ему начальство над отрядом в 20 человек. Ункас объявил делаварам положение, которое занимал Хейвард в войсках ингизов, а затем предложил офицеру занять такую же должность в его отряде. Но Дункан отказался от этого назначения, сказав, что желает служить волонтером под началом разведчика. Затем молодой магикан назначил различных туземных вождей на ответственные посты, и, так как времени оставалось мало, отдал приказ выступать. Более 200 человек повиновались ему молча, но охотно.
Они вошли в лес совершенно беспрепятственно и спокойно дошли до мест, где укрывались их собственные разведчики. Здесь Ункас велел остановиться, и вожди собрались на совет. Тут предлагались различные планы, но ни один из них не соответствовал желаниям пылкого предводителя. Если бы Ункас последовал влечению своих наклонностей, он немедленно повел бы своих воинов на приступ и таким образом предоставил первой же стычке решить исход борьбы. Но подобный образ действий противоречил всем обычаям его соплеменников. Поэтому он соблюдал осторожность. Совет продолжался уже некоторое время без всякого результата, когда с той стороны, где находились враги, показалась фигура одинокого человека. Он шел очень поспешно. Можно было предполагать в нем посланца, отправленного врагами для мирных переговоров. Однако, когда незнакомец был ярдах в 100 от густых деревьев, под тенью которых совещались вожди делаваров, он пошел медленнее, очевидно, в нерешительности, куда идти, и, наконец, остановился. Когда все глаза устремились на Ункаса, как бы ожидая его распоряжений. «Соколиный глаз», — тихо сказал молодой вождь. Он никогда не будет больше говорить с гуронами. «Последняя минута наступила для него», — лаконично сказал разведчик, просовывая длинный ствол своего ружья сквозь листву и прицеливаясь для рокового выстрела. Но вместо того, чтобы спустить курок, он опустил дуло и разразился припадком своего беззвучного смеха. «Я-то грешный принял этого несчастного за Минга», сказал он. «Только когда стал присматриваться, ища у него между ребер местечко, куда можно было бы всадить пулю, я вдруг... Поверишь ли, Ункас? Я вдруг увидел инструмент музыканта. Да ведь это никто иной, как тот, кого называют Гамутом. Смерть его никому не нужна, а вот жизнь, если только его язык способен на что-нибудь иное, кроме пения, может быть полезен... полезна для наших целей. Если звуки не потеряли свои силы над ним, то я скоро поговорю с этим честным малым голосом, гораздо более приятным, чем разговор моего оленебоя». Сказав это, Соколиный глаз отложил ружье в сторону и пополз среди кустарников. Когда он очутился на таком расстоянии, что Давид мог услышать его, он попробовал те музыкальные упражнения, которые проделывал с таким успехом и блеском в лагере гуронов. Нельзя было обмануть тонкий слух Гамута. Да, по правде сказать, трудно было кому-либо другому, кроме Соколиного глаза, произвести такие звуки. Он слышал раз эти звуки и, следовательно, сразу узнал, кто может издавать их. Бедняк, казалось, почувствовал большое облегчение. Он пошел по направлению, откуда раздавался голос. Задача для него настолько же трудная, как если бы ему пришлось идти навстречу артиллерийской батарее. И скоро... отыскал спрятавшегося певца. «Хотел бы я знать, что подумают об этом гуроны», — со смехом проговорил разведчик, беря за руку товарища и отводя его дальше. «Если негодяи вблизи и слышали меня, то, наверное, скажут, что здесь два одержимых вместо одного. Но здесь мы в безопасности», — сказал он, указывая на Ункаса и его спутников. «Теперь расскажите нам про все замыслы мингов на чистом английском языке, без всяких взвизгиваний». Давид в безмолвном удивлении смотрел на окружавших его вождей свирепого, дикого вида. Но присутствие знакомых лиц успокоило его, и вскоре он овладел собой настолько, что мог дать разумный ответ. «Язычники вышли в большом количестве», — сказал Давид. «И, боюсь, с дурными намерениями. За последний час в их жилищах слышались завывания и нечестивые восклицания радости. По правде сказать, от всего этого я бежал к делаварам искать мира». «Твои уши немало выиграли бы от перемены, если бы ты был побыстрее на ногу», — несколько сухо заметил разведчик. «Ну, оставим это. Где же гуроны?» «Они скрываются в этом лесу. В засаде, как раз между этим местом и своим поселением, и в таком количестве, что благоразумнее было бы вам вернуться назад». Ункас окинул взглядом ряд деревьев, прикрывавших его воинов, и проговорил. «Магуа?» «Среди них. Он привел девушку, которая жила с делаваром, и оставил ее в пещере, а сам, словно бешеный волк, стал во главе своих дикарей. Не знаю, что могло так сильно разделить его». «Вы говорите, что он оставил ее в пещере?» — перебил его Хейвард.
Хорошо. Что мы знаем, где она находится, да? Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы освободить ее немедленно? Ункас вопросительно взглянул на разведчика. «Что скажет Соколиный глаз?» — спросил он. «Дайте мне 20 вооруженных людей, и я пойду направо вдоль берега реки мимо хижин бобров и присоединюсь к Сагамору и полковнику. Оттуда вы услышите наш боевой клич. При таком ветре его легко расслышать за милю. Тогда Ункас, ударив на врага с фронта, когда они подойдут к нам на линии на расстоянии выстрела, мы нанесем им такой удар, что линия их войск прогнется, как ясеневый лук. После этого мы возьмем их поселение и уведем девушку из пещеры. Затем можно будет покончить с гуронами или по способу белых людей дать сражение и победить их, или на индийский манер действовать засадами и под прикрытием. Может быть, в этом плане не хватает учености, майор, но с отвагой и терпением его можно будет исполнить». «Мне очень нравится этот план», — сказал Дункан, понимая, что освобождение Коры было главной задачей разведчика. «Очень нравится. Испробуем его немедленно». После короткого, но зрелого обсуждения план был принят и сообщен различным частям отряда. Установлены были определенные сигналы, и вожди разошлись каждый на указанное ему место. Конец главы. Ух. Гамут! Гамут жив! Так, куда голосовать? В Дискорд. Ты же есть в Дискорде? Александр Дубченко. Товарищ майор. Там есть канал текстовых. Известия. В нем есть выделенная ветка выбор существующей. Следующей книги. О, рейд. Добрый ночер. Виаровал. Пруэт сова. VR сова, да? Спасибо за рейд. Ну, без звука и спецэффектов, потому что все выключено. Ты как раз попал в перерыв. Нет, только первая глава. Я только 40 минут как начал. Ну как первая? 31 глава и еще две главы и послесловие. Мы заканчиваем книжулю сегодня. А для всех, кто пришел, я читаю последнего из магикан Фенимора Купера. Как там? Записи сохраняются на Ютубе, ссылка в описании. Или по-другому, мое самое любимое, так как пришел рейд. Блин, нужно просто голосовое записать оповещение, чтобы когда приходил рейд, у меня такое... Рейд Shadow Legends — это та самая монетизация, которая никогда не будет на моем канале. Прав нету. В смысле? Это с каких таких туда-сюда? Так тебе не в известие надо, а в выбор следующей книги. Там есть права. Сейчас проверим. Должны быть. Да, есть, все. Ты не туда потыкал. Ага. Фикция тоже такой. Ну, будем считать. Чё уж. Как раз перив, горло промочить. Усы почесать. Возможно, даже причесать. Товарищ майор, ты нашел. Блин, мне нравится этот плейлист. Ну, пока да. Но еще целая неделя голосования. Я завтра, ну, точнее, сегодня после стрима сделаю это. Everyone alarm! Со ссылочкой
сюда. А можно ссылочку прямо сюда же скинуть? Наверное, можно, я разберусь. О, нашел. Все, вижу. Ну ты жук хитрый, а? Я так и думал. Блядь, Саш, так не считается. Иди ты в баню. Взял вот это вот, вот так вот все выделил. Ну, сразу после твоего сообщения есть у меня одна идея. Я понял, что ты хочешь сделать. Так не работает. Я, кстати, офигел, когда перебирал полку вчера с книжулями, а там такой: «На тебе, пожалуйста, Теодор Драйзер, финансист». Откуда ты у меня вообще? А еще у меня есть «Граф Монте-Кристо», но только третий том. Блин, это ж я еще от родителей могу привезти кусок такой своих книжульков. И это точно надо будет найти сагу о Рейне Ване пана Сапковского. Угу. Я как минимум с удовольствием ее сам перечитаю. Так, что там? Ну, еще пару минут. Я же не могу разорваться на 3, 6, 9, 12, 15, на 16 частей и одновременно читать 16 книжек. Ну как? С учетом того, что Лондон, который Джек, представлены оба произведения в одном томе. Ну то есть... Вот она, и «Лунная долина», и «Сердца трех». Надо будет потом выделить полочку для прочитанных в порядке живой очереди. Ну, смотри. В порядке живой очереди у нас ведро Дюны, потом ведро Лондона такого же размера, потом ведро Вальтера Скотта такого же размера, фрегаты чуть потоньше. А для тех, кто вдруг не знает, что это такое... Томас Харрис, «Красный дракон», это «Молчание ягнят», ну, предыдущее, так сказать, там своя вот эта вот. А Ян Флеминг, «Голдфингер», это Джеймс Бонд. Ну, мало ли. Если кому-то будет интересно, что находится в сборнике фантастических произведений, либо в повестях Гоголя, то я могу тоже рассказать. Кто победил? Еще никто не победил. Еще целая неделя, Дэн. Капитан! Вот. Еще две главы здесь и целая неделя голосования. Смотря про что ты спрашивал, в принципе. А вот две минуточки и прошло. А это значит, что мы продолжим. Чё там по мячам?
Ну, у меня странствие мага есть, прям. Ведром. Но их в голосовании нет. Там самое большое, это тетралогия Симмонса. Записки сумасшедшего, а этот... Как они там, записки молодого врача? Ладушки, поехали дальше. Это не Гоголь, да. Это Булгаков. Кстати, насчет записок сумасшедшего я не уверен, есть ли они там. И томик в спальне, а не здесь. Но я потом гляну. Но по идее должны быть. Да я знаю. У меня еще есть томик Горького. Но это же Горький. Там тоже повести и рассказы, но я... Нет, я не готов. Я не готов к Горькому, нет. Не хочу. Это вот такие глаза и унылый Петербург. Поехали дальше. Глава 32. И будет всех чума косить подряд, и не погаснут факелы, доколь без выкупа не отошлет назад ту черноокую красавицу король. Оп, Илиада. Когда собрался весь маленький отряд Соколиного глаза, разведчик взял ружье и, дав знак следовать за собой, повернул на несколько десятков футов назад к реке, которую они только что перешли. Тут он остановился, подождал, пока вокруг него собрались воины, и спросил на далаварском языке. «Знает ли кто-нибудь из молодых людей, куда идет эта река?» Один из далаваров вытянул руку и, указав, как два пальца соединяются у ладони, ответил. «Прежде чем солнце пройдет свой путь, малые воды сольются с большими». «Я так и думал», — сказал разведчик, всматриваясь в просветы между верхушками деревьев. «Судя по направлению реки, а также по расположению гор. Мы будем идти под прикрытием этих берегов до тех пор, пока не увидим гуронов». Воины издали обычное краткое восклицание, выражавшее согласие, но, заметив, что предводитель собирается уже встать во главе отряда, сделали знак, что не все еще готовы. Соколиный глаз, отлично понявший значение этих взглядов, обернулся и увидев, что позади отряда идет учитель пения. «Знаете ли вы, друг мой?» Серьезный, с некоторым оттенком гордости от сознания возложенной на него обязанности, спросил разведчик Гамута, «что этот отряд отборных храбрецов, состоящий под командой человека, который не оставит их без дела? Может быть... Через 5 минут, и уж никак не более, чем через полчаса, мы будем шагать по телам гуронов, мертвых или живых». «Хотя я и не осведомлен о ваших намерениях», — возразил Давид, лицо которого несколько раскраснелось. Обыкновенно спокойные невыразительные глаза горели необычайным огнем. «Но я путешествовал долгое время с девушкой, которую вы ищете. Мы пережили вместе много радости и горя. Теперь я, хотя и не воинственный человек, с радостью готов опоясать себя мечом и сразиться за нее». Разведчик колебался, как бы раздумывая, следует ли принимать такого странного волонтера. «Вы не умеете обращаться с оружием», — наконец сказал он. «Конечно, я не хвастливый и кровожадный Голиаф», — возразил Давид, вытаскивая пращу из-под своей пестрой безображной одежды. «Но, может быть, и слабый Давид вам будет полезен. В дни моей юности я много упражнялся с пращой и, верно, не вполне разучился владеть ею». «Да», — сказал Соколиный глаз, холодно поглядывая на ремень и пращу. «Эта штука, пожалуй, пригодилась бы против стрел и даже ножей, но французы снабдили каждого минга хорошим ружьем. Впрочем,
Вы обладаете особым даром оставаться невредимым среди огня, а так как вам это удавалось до сих пор... Майор, у вас взведен курок? Преждевременный выстрел может обойтись вам в 20 скальпов, потерянных совершенно напрасно. То вы можете идти за нами, певец. Вы можете быть полезны нам своими криками. «Благодарю вас, мой друг», — ответил Давид, приготовляя для своей пращи запас камней. «Хотя я и не одержим желанием убивать, но сильно пал бы духом, если бы вы меня не взяли». «Помните», — сказал разведчик, многозначительно показывая на своей голове то место, которое еще не успело зажить на голове Гамута. «Мы идем воевать, а не музицировать. Пока не раздастся военный клич, говорить должны только ружья». Давид кивнул головой, как бы давая согласие на эти условия. Соколиный глаз еще раз внимательно оглядел спутников и дал знак идти вперед. Около мили путь их шел вдоль реки. Хотя обрывистые берега и густые кусты, окаймлявшие реку, скрывали путников, они все же приняли предосторожности, известные индейцам. С правой и с левой стороны шли, или вернее ползли, воины, зорко вглядывавшиеся в лес. Через каждые несколько минут отряд останавливался, прислушиваясь четким ухом, не раздадутся ли какие-нибудь подозрительные звуки. Однако они дошли совершенно беспрепятственно до того места, где маленькая река терялась в большой. Тут разведчик снова остановился и стал оглядываться вокруг, чтобы собрать какие-либо сведения. «Славный будет денек для сражения», — сказал он по-английски Хейварду, взглянув на большие тучи, плывшие по небу. «Яркое солнце и сверкающий ствол не помогут верному прицелу. Все хорошо для нас. Ветер дует с их стороны, так что до нас будут доноситься от них шум и дым. А это уже немало. Между тем, как с нашей стороны сначала раздастся выстрел, а потом уже они узнают, в чем дело. Но вот кончается наше прикрытие. Бобры жили по берегам этой реки целые сотни лет, и теперь между их кладовыми и плотинами, как вы сами видите, есть много пней, но мало деревьев». Соколиный глаз довольно верно обрисовал открывавшуюся перед ними картину. Река то сужалась, пробивая себе путь в расселинах скал, то, попадая на равнину, широко разливалась, образуя небольшие водяные урочища, нечто вроде озер. Всюду на берегу виднелись остатки погибших деревьев. Некоторые стволы еще скрипели на своих шатающихся корнях, с других деревьев была сорвана шероховатая кора, в которой так таинственно заключался источник жизни. Как призраки былых и давно умерших поколений, валялись поросшие мхом стволы деревьев. Вряд ли до этого кто-нибудь осматривал все эти мелкие детали с таким серьезным вниманием, как их разглядывал разведчик. Он знал, что поселение гуронов находилось в полумиле вверх по ручью, и разведчика одолевало обычное нетерпение свойственному человеку, желающему скорее обнаружить притаившуюся опасность. Но Соколиный глаз был очень обеспокоен тем, что не находил нигде ни малейшего признака присутствия врага. Несколько раз ему хотелось поднять воинов в наступление и захватить поселение гуронов врасплох, но большой опыт разведчика удерживал его от столь опасного и бесполезного эксперимента. Соколиный глаз внимательно вслушивался, не доносятся ли звуки военных действий оттуда, где находился Ункас, но слышались только вздохи ветра, которые порывами проносились по лесу, предвещая бурю. Наконец, поддавшись скорее собственному нетерпению, разведчик, вопреки своему опыту, решил действовать, и, не скрываясь более, воины осторожно двинулись вверх по ручью. Разведчик притаился в кустарнике, а воины залегли в лощине, по которой протекал ручей. Едва заслышав тихий, ясный сигнал, весь отряд собрался на берег и, подобно темным призракам, в молчании окружил разведчика. Соколиный глаз пошел вперед. За ним поодиночке двинулись делавары, ступая точно по следам охотника, чтобы оставить лишь один след. Лишь только отряд вышел из-под прикрытия деревьев, сзади раздался залп из нескольких ружей, и один из делаваров, высоко подпрыгнув, словно раненый олень, упал во весь рост мертвым на землю.
«Я боялся именно такой дьявольской шутки их с их стороны», — воскликнул разведчик по-английски и прибавил на делаварском языке. «Становитесь под прикрытием, молодцы, и стреляйте!» Отряд мгновенно рассеялся, и прежде чем Хейвард пришел в себя от изумления, он увидел, что остался наедине с Давидом. К счастью, гуроны уже отступили, и они были в безопасности от выстрелов. Но, очевидно, такое положение вещей не могло продолжаться. Разведчик первый бросился преследовать убегающих, посылая выстрел за выстрелом и перебегая от дерева к дереву. По-видимому, в первом нападении гуронов участвовало немного воинов. Число их, однако, сильно увеличивалось по мере того, как бывшие впереди отступали к своим друзьям, и вскоре ответный огонь с их стороны почти сравнялся по силе с выстрелами наступающих делаваров. Хейвард бросился в середину сражающихся и, подражая своим товарищам, стал стрелять из своего ружья. Бой разгорался все сильнее и упорнее. Раненых было мало, так как оба отряда держались под защитой деревьев. Но счастье стало постепенно изменять Соколиному глазу и его отряду. Проницательный разведчик скоро заметил угрожавшую ему опасность, но не знал, как помочь ей. Не понял. Проницательный разведчик скоро заметил угрожавшую ему опасность, но не знал, как помочь ей. Он понимал, что отступление могло оказаться еще более опасным, и потому решил оставаться на месте, хотя видел, что число неприятелей с фланга все прибывает. Делаварам стало трудно удерживаться под прикрытием, они почти совсем прекратили огонь. В эту затруднительную минуту, когда они думали, что вражеское племя постепенно окружает их, делавары вдруг услышали боевой клич и грохот выстрелов, раздавшихся из-под сводов леса, оттуда, где был Ункас. Результаты этого нападения дали себя знать тотчас же и принесли большое облегчение разведчику и его друзьям. Видимому, враги ошиблись в оценке численности преследующего их отряда, и большинство гуронов повернуло против нового противника. Соколиный глаз, ободряя своих воинов и голосом, и собственным примером, приказал им нападать на врага как можно энергичнее. Воины немедленно и очень удачно исполнили приказание своего вождя. Гуроны принуждены были отступить, и бой с более открытого места, на котором он начался, перешел в чащу, где нападающим удобнее скрываться. Тут сражение продолжалось с большим жаром и, по-видимому, с сомнительным успехом. Хотя никто из делаваров не был убит, но многие из них ослабели от потери крови, так как раненых было уже много вследствие невыгодного положения отряда. Соколиный глаз воспользовался удобным случаем, чтобы встать под дерево, которое прикрывало Хейварда. Большинство его воинов находилось вблизи него, немного направо, и продолжали частую, но бесплодную стрельбу по скрывшимся врагам. «Вы, молодой человек, майор», — сказал разведчик, опуская приклад оленебоя на землю и опираясь на его ствол. «Может быть, вам придется вести когда-нибудь армию против мингов. Вы видите, тут главное дело в проворстве рук, меткости глаза и умении найти себе прикрытие». «Ну, что бы вы сделали здесь, если бы у вас под командой были королевские войска?» «Штыки проложили бы дорогу». «Да, вы говорите разумно с точки зрения белого человека, но здесь, в пустыне, предводитель должен спросить себя, сколькими жизнями он может пожертвовать». «Лучше в другое время поговорим об этом», — заметил Хейвард. «А теперь не перейти ли нам в наступление?» «Я не вижу ничего дурного в том, что человек проведет минуту отдыха в полезных размышлениях», — ответил разведчик. «Что касается нападения, то мера эта не особенно мне по душе, так как тут приходится жертвовать несколькими скальпами. Впрочем», — прибавил он, наклоняя голову и прислушиваясь к шуму отдаленной битвы, «если мы хотим быть полезным Ункасу, то надо очистить дорогу от этих негодяев». Он повернулся быстро, с решительным видом, и прокричал своим индейцам несколько слов на их языке. В ответ на его слова раздался громкий крик, и все воины поспешно вышли из-за прикрывавших их деревьев. По-видимому, при виде множества темных фигур, внезапно появившихся перед их глазами, гуроны дали залп поспешно и вследствие этого неудачно. А делавары бросились к месту большими прыжками, словно барсы, почуявшие добычу. Впереди всех был Соколиный глаз. Он размахивал страшным оружием и воодушевлял воинов своим примером. Некоторые из более старых и опытных гуронов, которых не устрашал маневр врага,
выстрелили из своих ружей и оправдали опасения разведчика, сразив трех воинов, стоявших впереди отряда. Но этот удар не остановил стремительности нападения. Делавары ворвались туда, где укрывался неприятель, и вскоре уничтожили всякие попытки сопротивления со стороны гуронов. Рукопашная схватка длилась одну минуту. Осажденные поспешно отступали, пока не добрались до противоположного края чащи, где и засели под прикрытием, сражаясь с отчаянным упорством. В эту критическую минуту, когда счастье снова начало изменять делаварам, позади гуронов послышался звук ружейного выстрела, и пуля со свистом вылетела из одной из хижин бобров. Вслед за выстрелом послышался страшный, яростный боевой клич. «Это говорит... это говорит Сагамор!» — воскликнул Соколиный Глаз и ответил на клич своим громовым голосом. «Ну, теперь мы окружили их и спереди, и с тыла!» Действие этого выстрела на гуронов было поразительно. Приведенные в отчаяние нападениями с тыла, воины сразу рассеялись, не думая ни о чем, кроме бегства. Многие из них пали под пулями и ударами делаваров. Мы не станем останавливаться на свидании между разведчиком и Чингачгуком или на еще более трогательной встрече Хейварда с Мунро. Достаточно было нескольких коротких, поспешно сказанных слов, чтобы объяснить положение с обоих отрядов. Потом Соколиный Глаз указал своему отряду на Сагамора и передал главное предводительство в руки вождя Магикан. Чингачгук принял предводительство с величавым достоинством. Он позвал отряд назад через чащу. На равнине, где было достаточно деревьев для прикрытия, он отдал приказ остановиться. Впереди почва опускалась довольно круто, и перед глазами делаваров простиралось узкое, темное, лесистое ущелье, тянувшееся на несколько миль. В этом густом лесу Ункас все еще продолжал сражаться с главными силами гуронов. Магикан и его друзья подошли к краю обрыва и стали внимательно прислушиваться к долетавшему до их шуму битвы. Несколько птиц, спугнутых со своих звезд, летали над деревьями долины. То тут, то там легкие клубы дыма поднимались над деревьями, указывая, где всего жарче схватка. «После битвы, кажется, продвигается вверх», — сказал Дункан, кивнув в сторону, откуда раздался новый залп выстрелов. «И если мы ударим на врага отсюда, пожалуй, немного пользы принесем нашим друзьям». «Гуроны свернут в ущелье, где лес гуще», — сказал разведчик. «И тогда мы очутимся как раз с фланга. Ступай, Сагамор. Ты едва поспеешь вовремя, чтобы испустить военный клич и повести своих молодых воинов. Я останусь здесь. Ты знаешь меня, Магикан. Ни один гурон не пройдет к тебе с тыла без того, чтобы Оленебой не предупредил тебя об этом». Индийский вождь остановился на минуту, наблюдая за битвой. Оба отряда постепенно поднимались все выше по обрыву. Верный знак, что делавары одерживали верх. Он не покинул своего поста до тех пор, пока не убедился в близости и друзей, и врагов. До тех пор, пока пули делаваров не защелкали по земле, словно град, предшествующий грозе. Соколиный Глаз и его три товарища отошли на несколько шагов и стали под деревья, ожидая исхода битвы со спокойствием, свойственным только опытным бойцам. Скоро выстрелы перестали тревожить эхо в лесу. Казалось, они раздавались уже на открытой местности. Потом на опушке леса стали показываться воины. Дойдя до прогалины, они собирались все вместе, как будто готовились дать тут последний отпор. Скоро образовалась сплошная линия темных фигур. Хейвард испытывал сильное нетерпение и тревожно поглядывал на Чингачгука. Вождь все еще сидел на утесе и следил за битвой с таким видом, словно он находился на этом посту только для того, чтобы наблюдать за ходом сражения. «Делавару пора ударить на врага», — сказал Дункан. «Нет еще», — ответил разведчик. «Когда делавар почует близость друзей, он даст им знать, что находится здесь. Смотрите, негодяи сбились в одну кучу вон под теми соснами, словно пчелы, возвратившиеся после полета. Господи, боже мой, да любая женщина могла бы всадить пулю в такой клубок проклятых мингов!» В эту минуту раздался боевой клич. Из десяток гуронов упали от залпа, данного Чингачгуком и его отрядом. В ответ на этот залп из лесу донесся другой боевой клич. И в воздухе раздался громкий вой, словно тысяча голосов слилась в этом звуке. Гуроны дрогнули.
Ряды их раскололись, и Ункас во главе сотни воинов прорвался из лесу в эту брешь. Молодой воин махнул руками вправо и влево, указывая на врага своим воинам. Разбитые гуруны бросились снова в лес, преследуемые победоносными воинами племени ленапов. Прошло не более минуты, а звуки уже замирали в различных направлениях и постепенно терялись под сводами леса, но одна маленькая кучка гуронов, очевидно не желавшая искать прикрытие, медленно и с мрачным видом продолжала подниматься по Косогору, только что покинутому Чингачгуком и его отрядом. Магуа выделялся в этой группе своим свирепым лицом и высокомерными властными движениями. Ункас остался почти один, так как, желая продолжать преследование врагов, разослал почти всех своих воинов. Но он забыл всякую осторожность, когда в глаза его бросилась фигура хитрой лисицы. Он испустил боевой клич, на который отозвалось 6-7 воинов, и ринулся на врага, не обращая внимания на малочисленность своего отряда. Магуа, внимательно следивший за ним, остановился, со злобной радостью готовясь встретить нападение, но в ту минуту, когда он думал, что неосмотрительное движение придаст пылкого врага в его руки, раздался снова боевой клич, и на подмогу Ункасу бросился Соколиный Глаз в сопровождении своих белых воинов. Гурон сейчас же отступил и начал быстро подниматься вверх по Косогору. Не время было приветствовать или поздравлять друг друга. Ункас, не зная о присутствии своих друзей, продолжал преследование с быстротой ветра. Напрасно Соколиный Глаз кричал ему, чтобы предостерегался засады. Молодой магикан пренебрегал неприятельским огнем и принудил врага бежать так же стремительно, как бежал он сам. Вскоре преследуемые и преследователи на небольшом расстоянии друг от друга вошли в селение Виандотов. Ободренные видом своих жилищ, хотя и утомленные преследованием, гуроны остановились у хижины совета и стали биться с яростью отчаяния. Нападение делаваров походило на ураган, несущий с собой разрушение. Томагавк Ункаса, выстрелы Соколиного Глаза, твердая еще рука Мунро — все было пущено в дело, и земля вскоре была усеяна трупами их врагов. Но Магуа, несмотря на горячее участие, которое он принимал в битве, остался невредим. Когда хитрый вождь заметил, что все его товарищи пали, он испустил крик гнева и отчаяния и покинул поле сражения с двумя своими друзьями, уцелевшими в битве. Ункас бросился за ним. Соколиный Глаз, Хейвард и Давид бежали следом за молодым вождем. Разведчик делал все, что мог, выставив вперед дуло своего ружья и защищая им друга словно заколдованным щитом. Магуа сделал было последнюю попытку отомстить за все свои потери, потом, отказавшись от этого намерения, одним прыжком скрылся в чаще. Враги его последовали за ним и неожиданно проскользнули в известную уже читателю пещеру. Соколиный Глаз радостно заявил, что теперь победа в их руках. Преследователи бросились в длинный узкий проход как раз вовремя, чтобы увидеть убегавших гуронов. Вопли женщины, плащ детей, сотни испуганных голосов отдавались под голкими сводами. Вся пещера при тусклом, неверном свете казалась преддверием ада. Ункас не спускал глаз с вождя гуронов, как будто только он один на свете существовал для него. Хейвард и разведчик бежали за ним по пятам, волнуемые, хотя, вероятно, в меньшей степени, общим с ним чувством. Путь их в темные, мрачных проходах становился все запутаннее. Фигуры убегавших воинов виднелись реже и менее отчетливо. Одну минуту друзья думали, что потеряли след гуронов, как вдруг чье-то светлое платье мелькнуло у отдаленного прохода, который, по-видимому, шел к горе. «Это Кора!» — воскликнул Хейвард голосом, в котором ужас смешивался с восторгом. «Кора! Кора!» — повторил Унка, скидаясь вперед с быстротой оленя. «Это девушка!» — кричал разведчик. «Ужайтесь, леди! Мы идем! Мы идем!» При виде пленницы погоня начала снова с удесятеренной быстротой. Но путь был неровен и местами почти непроходим. Ункас бросил свое ружье и перепрыгивал через все препятствия с головокружительной быстротой. Хейвард последовал его примеру, хотя минут спустя оба они могли убедиться в безумии своего поступка, услышав звуки выстрелов, которые успели дать Гуронову, пробегая по проходу в горы. Пуля, пущенная одним из них, слегка ранила молодого магикана.
«Мы должны схватиться с ними в рукопашную», — сказал разведчик, отчаянным прыжком перегоняя своих друзей. «Негодяи перебьют нас всех на этом расстоянии. Смотрите, они держат девушку так, чтобы она служила щитом для них». Хотя товарищи не обращали внимания на его слова, или, вернее, не слышали их. Они последовали его примеру и с невероятными усилиями подобрались к беглецам настолько близко, чтобы видеть, как два воина вели Кору, а магу распоряжался, отдавая приказания к бегству. Одно мгновение. Все четыре фигуры ясно обрисовывались на фоне неба и затем исчезли. Вне себя от отчаяния Ункас и Хейвард, увеличив усилия, и без того почти нечеловеческие, выбежали из пещеры как раз вовремя, чтобы заметить, каким путем удалились преследуемые. Приходилось подниматься в гору опасной, трудной тропой. Разведчик, обремененный ружьем, шел позади Хейварда. Хейвард следовал по пятам Ункаса. Всевозможные препятствия преодолевались с невероятной быстротой. При других обстоятельствах эти препятствия казались бы непреодолимыми. К счастью, для преследователей Гуроны, задерживаемые Корой, не могли бежать так быстро. «Стой, собака, Виандот!» — кричал Ункас, потрясая блестящим томагавком. «Делавар приказывает тебе остановиться!» «Я не пойду дальше!» — крикнула Кора, внезапно останавливаясь на краю утеса, высевшегося над глубокой пропастью. «Убей меня, если хочешь, Гурон! Я не пойду дальше!» Индейцы, державшие молодую девушку, немедленно подняли свои томагавки, но магу остановил их поднятые руки. Он вынул свой нож и обернулся к пленнице. «Женщина, выбирай», — сказал он. «Или вигвам хитрой лисицы, или его нож». Кора, даже не взглянув на него, упала на колени и, подняв вверх руки, проговорила: «Господи, помоги мне!» «Женщина», — повторил магу охриплым голосом, напрасно стараясь поймать хоть один взгляд ее ясных блестящих глаз. «Выбирай». Но Кора не обращала на него никакого внимания. Гурон задрожал и высоко занес руку с ножом, но опустил ее с недоуменным, растерянным видом. После недолгих колебаний он снова поднял клинок. Как раз в это время над его головой раздался пронзительный крик, и Унка, спрыгнув со страшной высоты на край утеса, упал между ними. Магу отступил, но один из его спутников воспользовался этим мгновением и всадил нож в грудь Коры. Гурон бросился, словно тигр, на оскорбившего его соплеменника, но тело упавшего между ними Ункаса разделило борцов. Магу, обезумевший от совершенного на его глазах убийства, всадил нож в спину распростертого Делавара, издав при этом нечеловеческий крик, но Ункас, вскочив на ноги, кинулся на убийцу Коры и бросил его мертвым к своим ногам. На это ушли его последние силы. Потом, суровым, неумолимым взглядом он посмотрел на Гурона, и в глазах его выразилось все, что он сделал бы с ним, если бы силы не оставили его. Магуа схватил бессильную руку Делавара и вонзил ему нож в грудь три раза подряд, пока Ункас, все время продолжавший смотреть на него взором, полным беспредельного презрения, не упал мертвым к его ногам. «Сжалься! Сжалься, Гурон!» — кричал сверху Хейвард. Он почти задыхался от ужаса. «Пощади его, и себя пощадят!» Победоносный Магуа взмахнул окровавленным ножом и спустил крик полной дикой, свирепой радости и торжества, такой громкий, что звуки его донеслись до тех, кто сражался в долине на 1000 футов ниже утеса. В ответ на этот крик раздался другой, вылетевший из уст разведчика. Его высокая фигура быстро продвигалась к дикарю. Он перепрыгивал через опасные утесы такими большими, смелыми прыжками, словно обладал способностью двигаться по воздуху. Но когда охотник добрался до места ужасного убийства, он нашел там уже только мертвые тела. Разведчик, взглянув мимоходом на жертвы, кинул затем взглядом препятствия, которые должны были встретиться при подъеме. На самой вершине горы, на краю головокружительного обрыва, стояла какая-то фигура с поднятыми руками в страшной, угрожающей позе. Соколиный глаз не стал рассматривать лица этого человека, но вскинул ружье и прицелился, как вдруг с вершины горы на голову одного из беглецов упал камень. И затем показалось пылающее негодованием лицо честного Гамута. Из расселенной горы показался Магуа, спокойно и равнодушного. Он перешагнул через труп последнего из своих товарищей,
перескочил через другую широкую расселину и поднялся на гору, туда, где его не могла достать рука Давида. Ему оставалось сделать только один прыжок, чтобы спастись, но прежде чем прыгнуть, Грон остановился и, грозя кулаком в сторону разведчика, крикнул: «Бледнолицые! Собаки! Деловары, трусливые женщины! Магу оставляет их на добычу, оставляет их на горах в добычу воронам!» Он хрипло рассмеялся, сделал отчаянный прыжок и сорвался, успев все же ухватиться руками за куст на краю утеса. Соколиный глаз припал к земле, словно хищный зверь, готовый сделать прыжок. Он дрожал от нетерпения, как лист дерева, колеблемый ветром. Магуа повис на руках во весь рост и нащупал ногами камень, на который мог встать. Потом, собрав все силы, он сделал попытку взобраться на утес. И это удалось ему. Он уже коснулся коленями гребня горы. Именно в то мгновение, когда враг как бы свернулся в комок, разведчик прицелился, и в тот же миг раздался выстрел. Руки Гурона ослабли, тело его отклонилось назад, только ноги остались в том же положении. Он обернулся, взглянул на врага с непримиримой злобой и погрозил ему со свирепым, вызывающим видом, но руки его выпустили ветку, за которую держались. Одно мгновение видно было, как его темная фигура рассекала воздух, летя головой вниз и проскользнула мимо кустов, окаймлявших гору, несясь к своей гибели. Конец главы. Грифончик. Вот, Серега, спасибо за рейд. Всем здрасте. Мы тут дочитываем последнего из магикан. Риф. Осталась одна глава. Виталий Джибим. Многозначительное здрасте. Да, там акшон. А тут все произведение. Акшон и страсти. Сейчас 23. Ну вот. Ну, о чем я и говорил. Хотя в целом-то... А, ну там еще послесловие. Я не знаю, там 5 листов. Стоит ли его читать? Куча имен, фамилий какие-то там. Вот это он написал тогда, это здесь он написал вот так. И все, собственно, там циклы, не циклы. Вы подумайте, надо ли оно нам. И после завершающей главы мы об этом поговорим. То есть это просто описание жизненного пути товарища Фенимора Купера. Под заголовком «Великий пионер американской литературы». От товарища Вайнштока. Ну, ладно. Еще одна глава. Еще 4 листа. Последняя, 33-я. О чем мои впечатления? Я-то ее читал. Ну, правда, давным-давно. Еще когда... Блин, по-моему, в начальной школе. Где-то рядом с этим... С Карлом Мэем. У меня была любимая книжулина про индейцев. Это... За авторством Карла Мэя под названием «Виннету, вождь Апачей».
Я ее, наверное, раз 6 перечитал. А она как... как две вот этих. А, очень крутая. А это, ну, это классика, да, вот как бы... Библиотека приключений, классика. Ничего не могу сказать против. Великолепное произведение. Сейчас мы последнюю главу дочитаем. А потом решим о послесловии, если еще никто не спит. И... целую неделю будем в неведении ждать, пока я где-нибудь во вторник днем не посчитаю итоги голосования за следующее произведение. Вторник днем это у нас будет 9 число. Понимаю. Ну, где-то отдаленно, да. Робинзон, да, товарищ Роберт Льюис Стивенсон. А также многоуважаемый Дефо. Даниэль. Чтоб я так помнил, как его зовут. Ну, где-то они, конечно, пересекаются. Но тоже приключенческая литература. Только там пираты, а там пятница. Но индейцы это, знаешь, как в том анекдоте, когда бабушка, у тебя была когда-нибудь настоящая любовь? Да, внученька. И кто это? Моряки! Вот у меня индейцы. Ну, куда без фантастика, конечно же. Тут буквально вот убираем. И так, оп. Вот это тоже есть в голосовании. А также в голосовании у нас присутствует, если не задолбаю эту полочку, да? А вот это великолепная вещь. Ну, как великолепная? На любителя. Честно признаться, вот здесь я с полным утверждением могу сказать, что я бы сказал... даже на очень редкостного гурмана. Но вещь великолепная. А, и, конечно же, вот этот сборник. С Хайнлайном, Шекли и Гаррисоном. Там, короче, в Дискорде голосование. Я еще задолбаю с этим голосованием всю следующую неделю. Наверное, всех. Вот. Это 16 пукантов. Солярис не покажу. Солярис в спальне на полке стоит. Не исключено, что со следующей книженцей название экстримов появится название произведений, а сами читательные стримы будут чаще. Не исключено. Но это не точно. Как обычно. Ну, название, наверное, надо вписать. А то вот эти вот вечерние чтения. Пойди разбери, а что оно там читает? Вот это вот лицо бородатое.
Спасибо за фоллоу, Виталий Джейби. Добро пожаловать. Да, а то глава миллиард какая-то. А чё, пропустил? А, пропустил. Добро пожаловать. Всё-таки надо чаще, да? Я ж чаем обопьюсь. Насквозь. Напрочь. Да. Ну да, там вот это вот. Сам не скажешь, автоматика не сработает, записи всех читательных стримов есть на YouTube-канале. Естественно. Что естественно? Ничего не естественно. Но записи есть на YouTube-канале, поэтому... Ну, в общем, они есть. Кстати, на прошлой неделе было прекрасное предложение от Игоря Станиславовича. Последние три главы выложить на Boosty. Типа, вот такая я крыса. Знаете, но нет. Да, вот чисто вот в наглую. Блин, VHS музыка из 80-х, это прекрасно. Мне нравится. Она какая-то вот... Ты там буковку «Б» пропустил, Саш, в слове «ебстественно». Вот тогда фраза правильная. Вот. Вот такая нейтральная, но прикольная. Не, ну, вот это я прочитаю заранее, стихотворную форму не шибко люблю, простите. А, ну тогда нормально. Здесь более-менее стандартная стихотворная форма. Не сонет. А вы на своем хозяйстве живете? Как бы это странно ни звучало. Не, Boosty, там два поста и никого. А ты карточку забыл или не взял? Я вот который раз об этом слышу. Про бомжа без сраной карточки. Так, что там, 35? Нормально. Поехали дальше. В завершающую. Глава 33. Был каждый доблестен и смел. Они разбили мусульман. Валялись груды вражьих тел. А ручьями кровь текла из ран. Когда победная «Ура!» предсмертный заглушил стон, увидели друзья, что им вдруг улыбнулся он. Бой кончен. Веки он смежил и умер просто, как и жил. Халин. Солнце, вставшее на следующее утро, застало племя ленапов в печали. Отзвучали звуки битвы,
Делавары насытили свою старинную жажду мести, истребив целое поселение гуронов. Сотни воронов, поднимавшихся над голыми вершинами гор или пролетавших шумными стаями над лесом, указывали путь к недавнему полю сражения. Не слышно было ни радостных восклицаний, ни торжественных песен. Чувство гордости и восторга сменилось глубоким унынием. Хижины были покинуты. Вблизи них широким кругом стояла толпа людей с грустными, нахмуренными лицами. Шесть делаварских девушек с длинными темными волосами, падавшими на грудь, стояли неподвижно в стороне. Только по временам они подавали признаки жизни, рассыпая душистые лесные травы и лесные цветы на ложе, где под покровом индейских одежд покоились останки Коры. Тело ее было обернуто простой тканью, а лицо навсегда скрыто от взгляда людей. В ногах ее сидел Мунро. Его покрытая сединами голова была опущена к земле, на морщинистый лоб в беспорядке упали серые пряди. Рядом с ним стоял Гамут с обнаженной головой. Его грустный и тревожный взгляд беспрестанно переходил с томика, из которого можно было почерпнуть так много святых изречений, на существо, которое было дорого его сердцу. Кейвард стоял вблизи, прислоняясь к дереву, мужественно стараясь подавить порывы горя. Но как ни печально, ни грустна была эта сцена, она была далеко не столь трогательна, как та, что происходила на противоположном конце поляны. Ункас в самых великолепных богатых одеждах своего племени сидел словно живой, в величественной, спокойной позе. Над головой его развивались роскошные перья, ожерелья и медали украшали в изобилии его грудь, но глаза его были неподвижны, безжизненны. Перед трупом стоял Чингачгук, без оружия, без украшений, с одним только синим символом его племени, неизгладимо запечатленным на его груди. С того времени, как собрались все его соплеменники, Макикан не сводил пристального взгляда с безжизненного лица своего сына. Вблизи стоял разведчик в задумчивой позе, опираясь на свое рукавое оружие мести. Аминунт, поддерживаемый старейшими своего племени, сидел на возвышении, откуда мог смотреть на безмолвное печальное собрание. В стороне от толпы стоял воин в чужестранной форме, а за ним его боевой конь, находившийся в центре всадников, очевидно, приготовившихся отправиться в далекое путешествие. По одежде воина было видно, что он занимал важное место при губернаторе Канады. По-видимому, он явился слишком поздно, чтобы исполнить данное ему поручение, примирить пылких противников, и теперь присутствовал молчаливым свидетелем при последствиях битвы, которую ему не удалось предотвратить. День приближался уже к полудню, а между тем толпа пребывала все в том же тяжелом безмолвии. Иногда раздавалось тихое заглушенное рыдание, но в толпе не было заметно ни малейшего движения. Только по временам поднимался кто-нибудь, чтобы принести простые, трогательные жертвы памяти умершего. Наконец, делаварский мудрец протянул руку и встал, опираясь на плечи своих товарищей. Он казался очень слабым, словно с того времени, как он говорил в последний раз со своим племенем, прошел целый век. «Люди ленапов», — сказал он глухим голосом. «Лицом они то скрылось за тучей. Взор его отвращен от нас, уши закрыты, язык не дает ответа. Вы не видите его, но кара его перед вами. Откройте ваши сердца, и пусть души ваши не говорят лжи. Люди ленапов. Лицом они то скрыто за тучами». За этими простыми, но страшными словами наступило глубокое безмолвие. Даже безжизненный Унка казался живым существом в сравнении с неподвижной толпой, окружавшей его. Но когда постепенно впечатление от этих слов настолько ослабело, тихие голоса начали песнь в честь умершего. То были женские, поразительно жалобные голоса. Когда кончала одна певица, другая продолжала хвалу и жалобу. По временам пение прерывалось общими взрывами горя. Одна из девушек начала восхваление покойного воина скромными намеками на его качество. Она называла его барсом своего племени,
говорила о воине, чей мокасин не оставлял следы на росе. Прыжок его походил на прыжок молодого оленя. Глаза были ярче звезд в темную ночь. Голос. Голос во время битвы могуч, как гром Манито. Она напоминала о матери, которая родила его и пела о счастье быть матерью такого сына. Другие девушки еще более тихими голосами упомянули о чужестранке, почти одновременно с молодым воином, покинувшей землю. Они описывали ее несравненную красоту, ее благородную решимость. После этого девушки заговорили, обращаясь к самой Коре со словами, полными нежности и любви. Они умоляли ее быть спокойной и не бояться за свою будущую судьбу. Спутником ее будет охотник, который сумеет исполнить малейшее ее желание и защитить ее от всякой опасности. Они обещали, что путь ее будет приятен, а ноша легка. Они советовали ей быть внимательной к могучему Ункасу. Потом, в общем бурном порыве, девушки соединили свои голоса в песне в честь Магикана. Они называли его благородным, мужественным, великодушным. В самых нежных словах они сообщали ему, что знают о влечении его сердца. Далаварские девушки не привлекали его. Он был из племени, некогда овладычествовавшего на берегах Соленого озера, и его желания влекли его к народу, который жил вблизи могил его предков. Раз он выбрал белую девушку, значит, так нужно. Все могли видеть, что она была пригодна для полной опасности жизни в лесах, а теперь, прибавляли девушки, мудрый владыка земли перенес ее в те края, где она может быть счастлива навеки. Потом, переменив свой напев, плакальщицы вспомнили о другой девушке, Алисе, рыдавшей в соседней хижине. Они сравнивали ее с хлопьями снега, с легкими, белыми, чистыми хлопьями. Они знали, что она прекрасна в глазах молодого воина, так похожего на нее цветом кожи. Деловары слушали, как зачарованные. По их выразительным лицам было ясно, как глубоко их сочувствие. Даже Давид охотно прислушивался к тихим голосам девушек, и задолго до окончания пения по восторженному выражению его глаз было видно, что душа его глубоко потрясена. Разведчик, единственный из белых, понимавший песни, очнулся от раздумья, в которые он был погружен, и наклонил голову как бы для того, чтобы уловить смысл песни. Когда девушки заговорили о том, что ожидало Кору и Ункаса, он покачал головой, как человек, сознающий заблуждение их простых верований, и, приняв прежнюю позу, оставался в таком положении, пока не окончилась церемония погребального отряда. Чингачгук составлял единственное исключение из всей толпы туземцев, так внимательно следивших за совершением обряда. За все это время взгляд его не отрывался от сына, и ни один мускул на застывшем лице не дрогнул даже при самых диких или трогательных взрывах жалоб. Все его чувства как бы замерли, для того чтобы глаза могли в последний раз взглянуть на черты, которые он любил так долго и которые скоро будут навсегда сокрыты. Когда пение окончилось, из толпы выступил воин, известный своими подвигами, человек сурового, величественного вида. Он подошел к покойнику, медленной поступью, и стал рядом с ним. «Зачем ты покинул нас? Гордость Делаваров!» — начал он, обращаясь к безжизненному телу Ункаса. «Время твоей жизни походило на солнце, когда оно еще только встает из-за деревьев. Твоя слава была ярче его света в полдень. Кто из видевших тебя в битве подумал бы, что ты можешь умереть? Твои ноги походили на крылья орла, рука была тяжелее падающей ветви сосны, а голос напоминал голос Манито, которым он говорит в облаках. Гордость Делаваров! Зачем ты покинул нас?» Следом за ним в строгом порядке подходили другие воины. Когда большинство самых знаменитых людей племени отдали свою дань останкам покойного, восхвалив его в песнях или речах, снова наступило глубокое, внушительное безмолвие. Тогда в воздухе послышался какой-то тихий, похожий на музыку, такой тихий, что нельзя даже было разобраться, откуда он доносился, звук. За ним последовали другие звуки, все повышающиеся, пока до слуха присутствующих не донеслись сначала протяжные, часто повторяющиеся восклицания, а затем и слова.
По раскрытым губам Чингачгука можно было догадаться, что это его песнь. Песнь отца. Хотя ни один взгляд не устремился на него, но потому как все присутствующие подняли голову, прислушиваясь, ясно было, что они ловили эти звуки так же внимательно, как слушали самого Томминунда. Но напрасно они прислушивались. Звуки, только что усилившиеся настолько, что можно было разобрать слова, стали снова ослабевать и дрожать, словно уносимые дуновением ветра. Губы Сагамора сомкнулись, и он замолк. Делавары, поняв, что вдруг их не в состоянии победить силой воли свои чувства, перестали прислушиваться и с врожденной деликатностью обратили свое внимание на погребение девушки-чужестранки. Один из старейших вождей сделал знак женщинам. Девушки подняли тело Коры на плечи и пошли медленным размеренным шагом при пении новой жалобной песни, восхвалявшей покойную. Гамут, все время внимательно следивший за обрядом, теперь наклонился к отцу девушки, находившемуся почти в бессознательном состоянии, и шепнул его: «Они несут останки твоей дочери. Не пойти ли нам за ними и присмотреть, чтобы ее похоронили по-христиански?» Мунро вздрогнул. Бросив вокруг себя тревожный взгляд, он встал и пошел за скромной процессией. Друзья окружили его с выражением горя, которое было слишком сильным для того, чтобы называть его просто сочувствием. Даже молодой француз, глубоко взволнованный ранней печальной кончиной такой красивой девушки, принял участие в процессии. Но когда последняя женщина племени присоединилась к траурному шествию, мужчины Ленапы сомкнули снова свой круг перед Ункасом, как прежде безмолвные, торжественные и неподвижные. Место, выбранное для могилы Коры, оказалось небольшим холмом, на котором росла группа молодых сосен, бросавших унылую тень на землю. Дойдя до этого места, девушки сняли свою ношу и положили ее на землю. Тогда разведчик, один только знакомый с их обычаями, сказал на делаварском языке: «Дочери мои хорошо поступили. Белые люди благодарят их». Девушки, обрадованные похвалбой, положили тело в гроб, искусно сделанный из березовой коры, а затем опустили его в мрачное последнее жилище. Так же просто и безмолвно они засыпали могилу, прикрыв свежую землю листьями и цветами. Но когда добрые создания закончили свое печальное дело, они остановились, показывая этим, что не знают, как им следует поступить дальше. Разведчик снова обратился к ним: «Вы, молодые женщины, хорошо сделали», — сказал он. «Душа бледнолицего не требует ни пищи, ни одежды». «Я вижу», — прибавил он, взглянув на Давида, который открывал свою книгу, видимо, приготовляясь запеть какую-нибудь священную песню, «что тот, кто лучше меня знает христианские обычаи, собирается заговорить». Женщины скромно отошли в сторону и из главных действующих лиц превратились в покорных, внимательных зрителей, происходивших перед ними сцен. Все время, пока Давид изливал свои набожные чувства, у них не вырвалось ни одного жеста удивления, ни одного нетерпеливого возгласа. Они слушали, как будто понимая значение чуждых им слов и чувство глубокой печали, которое должны были выразить эти слова. Возбужденный только что произошедшей сценой, учитель пения превзошел самого себя. Он закончил свой гимн, как и начал, среди глубокого, торжественного безмолвия. Когда последние звуки гимна достигли слуха присутствующих, боязливые взгляды украдкой устремились на отца покойной, и тихий, сдержанный шепот пробежал среди рядов собравшихся. Мунро обнажил свою седую кудрявую голову и, окинув взглядом окружавшую его толпу робких тихих женщин, потом дал знак рукой разведчику, чтобы тот слушал его, и проговорил: «Скажите этим добрым женщинам, что убитый горем старик благодарит их». Голова Мунро снова упала на грудь, и он уже начал погружаться в то состояние оцепенения, из которого его вывела предыдущая сцена, когда молодой француз, о котором упоминалось раньше, решился слегка дотронуться до его локтя. Когда ему удалось обратить на себя внимание погруженного в печаль старика, он указал ему на группу молодых индейцев, несших легкие, плотно закрытые носилки, а затем поднял руку вверх, показывая на солнце. «Я понимаю вас, сэр», — проговорил Мунро с напускной твердостью. «Я понимаю вас.
Это воля неба, и я покоряюсь ей. Кура, дитя мое. Если бы молитвы убитого горем отца могли иметь какое-либо значение для тебя, как счастлива была бы ты теперь. Идемте, джентльмены. Прибавил он, оглядываясь вокруг с величественным видом, хотя страдания, исказавшие его утомленное лицо, были слишком велики, чтобы он мог скрыть их. Наш долг окончен. Идемте отсюда. Хейвард повиновался приказанию, заставившему ему удалиться от места, где он чувствовал, что каждое мгновение может потерять самообладание. Пока его спутники садились на лошадей, он успел пожать руку разведчику и повторить уговор встретиться с ним в рядах британской армии. Потом он вскочил в седло и, пришпорив коня, подъехал к носилкам, откуда доносились тихие подавленные рыдания Алисы. Единственный признак ее присутствия. Таким образом, все белые люди, за исключением Соколиного глаза, Мунро с опущенной на грудь головой, Хейвард и Давид, ехавшие в грустном молчании в сопровождении адъютанта Монкальма и его свиты, поехали перед Делаварами и вскоре исчезли в обширных лесах. А Соколиный глаз вернулся к месту, куда влекли его с неотразимой силой привязанности. Он поспел как раз вовремя, чтобы бросить прощальный взгляд на Ункаса, которого Делавары уже облекли в его последнюю одежду из звериных шкур. Индейцы остановились, чтобы дать разведчику возможность бросить долгий и любящий взгляд на черты усопшего. Потом тело Ункаса завернули, с тем, чтобы уже никогда не открывать. Выступила процессия, похожая на первую, и все племя собралось вокруг временной могилы вождя. Временной, так как впоследствии его останки должны были покоиться среди останков его соплеменников. Делавары шли к могиле Ункаса. Вокруг новой могилы были те же серьезные опечаленные лица. Царило то же гробовое молчание, наблюдалось то же почтительное уважение, как и у могилы Коры. Тело покойного было помещено в сидячем положении, в позе, выражавшей покой, лицом к восходящему солнцу. Вблизи него были положены орудия войны и охоты. Могилу зарыли и приняли меры, чтобы защитить ее от нападения диких зверей. Погребение было окончено, и все присутствующие обратились к следующей части обряда. Чингачгук снова стал предметом общего внимания. Он еще ничего не говорил, а между тем все ожидали услышать что-нибудь поучительное от такого мудрого воина. Сознавая желание народа, суровый, сдержанный воин поднял голову и открыл лицо, до тех пор скрытое в складках одежды, и твердым взглядом обвел всех присутствующих. Его крепко сжатые выразительные губы раскрылись, и в первый раз за долгую церемонию голос его прозвучал так, что был слышен всем. «Зачем печалятся мои братья?» — сказал он, смотря на скорбные, угрюмые лица окружавших его воинов. «О чем плачут мои дочери? О том, что молодой человек пошел на счастливые поля охоты? Что вождь с честью прожил время своей жизни? Он был добр. Он был справедлив. Он был храбр. Кто может отрицать это? А не то нуждается в таком воине, и он призвал его. Что же касается меня, сына и отца Ункаса, то я, лишенная хвои и сосна на просеке бледнолицых. Род мой удалился и от берегов Соленого озера, и от Делаварских гор, но кто может сказать, что змей племени позабыл свою мудрость? Я одинок». «Нет-нет!» — крикнул Соколиный глаз. Он все время жадным взглядом смотрел на строгие, словно застывшие черты своего друга, сохраняя самообладание, но тут не выдержал. «Нет, Сагамор, ты не одинок. Мы, может быть, различны по цвету кожи, но нам суждено идти по одному пути. У меня нет родных, и я могу сказать, как и ты, нет своего народа. Ункас был твой сын, краснокожий по природе и, может быть, ближе тебе по крови, но если я когда-нибудь забуду юношу, который так часто сражался в битвах бок в бок со мной и спокойно спал рядом, пусть тот, кто создал всех нас, какого бы цвета мы ни были, забудет меня. Мальчик покинул нас, но ты не одинок, Сагамор». Чингачгук схватил руку разведчика в горячем порыве, протянутую над свежей могилой Ункаса, и в этой дружеской позе два мужественных и неустрашимых воина склонили голову.
Горячие слезы капали на землю, орошая могилу Ункаса, словно капли падающего дождя. Среди тишины, вызванной таким взрывом чувств двух самых знаменитых воинов этой страны, Таминунд возвысил свой голос. «Довольно», — сказал он. «Ступайте, дети ленапов. Гнев Манито еще не иссяк. Зачем оставаться Таминунду? Бледнолицые хозяева земли, а день краснокожих еще не настал. Мой день был слишком долог. В утро моей жизни я видел сынов Унами счастливыми и сильными. А теперь, на склоне моих дней, дожил до того, что видел смерть последнего воина из мудрого племени Магикан». Конец книги. Привет, Сень. Это последний из Магикан. Уже был. И это была последняя глава. Сильно. Прям. Не, описательная часть у Купера. Беспрекословно. Великолепно. А это было великолепно. Я думаю, мы не будем читать про Купера, о его литературном путешествии. На здоровьюшко. Главное, чтобы в удовольствие. Я удовлетворен бесконечно. Ну, не то чтобы нет слов. Стюарт уходит на недельный перерыв. Вот. Куперу, большое спасибо за столь прекрасное произведение. Всем спасибо за внимание. Я пошел, да? Нет, конечно. Ну, давай пока сюда. Осталось только мне припереться в Московию и сходить с тобой на шоу Бурлеска, да. Смотри, какая у меня закладочка, Есень. А-а-а. Кстати, ну, ты не часто заглядываешь, но я опять всем напомню. Я вас задолбу одним аккордом, да? В Дискорде, в текстовом канале «Известия» появилась отдельная тема. Пилота. Под названием «Выбор следующей книги», так как... Последний из Магикан у нас сегодня закончился. Там есть список, из которого можно скопировать и вставить сообщение. Вот, да. А это мне вот закладочку подарила подруга, когда узнала, что я читаю книги, и послушала. Она прям очень классная. Вот. А еще, в связи с тем, что я читаю книги, и первой из книжков голосования я вчера только сделал. Вот. Так как первой книжулиной был сборник скандинавских сказок, то теперь у меня есть как... Ну, вот, ну, извините, но так получилось, да? Я теперь главный сказочник. У меня есть вот ручечка. Еще в смысле без тебя выбирают? А чье вот это вот мифы Ктулху, я не понял. Обысь. Объяснись. Я все вижу. Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники.
Дей. Кошка? А-а-а, кошка, значит. Пань, у тебя для кошки отдельный аккаунт? Я 10-го очень к тебе зайду. Я себе даже напоминалочки поставлю. Кстати, ребята, пройдемся по списку. У нас здесь есть в чате, если еще не уснул, товарищ Гринчарк, который тоже почитывает. Он делает успехи, он молодечек. И играется. Вот, ну, на Твиче. И есть товарищ Мятный Огурчик. Он же Сеня. Прекраснейший души человек. Швей. Шьюха, как он говорит сам. И вот на днях он сделал первый интервьюшный стрим с одной из шьюха, да, работниц шоу «Бурлеск». Артисток. Ну, в будущем. Пока она готовит свой номер. 10 числа, я прям даже сейчас процитирую, 10 мая, не пополудни, а в 20:30 вечера по Москве, будет происходить интервью с хедлайнером шоу «Бурлеск» Stars of Moonlight, мадемуазель Жужу. Я могу даже вот сначала на эту великолепную шьюху скинуть ссылку, да? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот. А вы ж можете на него тыкнуть. Че я вот это вот... Фу. Дур старая. Только надо что-то... Либо микрофон чуть-чуть повернуть. Потому что Диту было немножечко не слышно местами. Так как она тихо говорила. То есть она начинает предложение. Потом оно такое... И появляется опять. Вот как-то так. А, ты пересматривал? Тыкать в незнакомых людей. Ну, так это повод познакомиться. А еще... Нет, там, ну, смотря от того, какой у тебя. Там надо просто его, скорее всего, чуть-чуть повернуть. И чуть-чуть добавить чувствительность. А еще для живущих в Москве людей у Сени... Уже пришли, скорее всего, лекала и выкройки худаков. И, блядь, чего ж там еще, я уже не помню. То, что худаки были, это точно. А, и джинсов, брюков. Вот. И эта шьюха умеет шить. Какая? Реклама. Да. А еще ему чуть-чуть не хватает до 500 фолловеров. До 150. Че вот это? До 50... А, джоггер, точно. Ну, до 500 тоже чуть-чуть не хватает. Ну, чуть-чуть больше, чем до 150. А на 150 фолловеров у него что будет? Шиюхин швейный штрим. Open up, FBI! Не скотина Катония. Цикламетан. Добрый вечер, спасибо за рейд. Вы как нельзя вовремя, мы заканчиваем. А, уже 150. Ой, ну и ладно. Привет, ребят, привет. Тогда немного не хватает до 500, тогда я все правильно с самого начала сказал. Ну, все. Какими у нас судьбами приехал рейд? Да, стример отправил вас на бородатый конец. Хелен Кайл, спасибо за фоллоу. А оповещений нет, потому что... Они выключены. На данном типе стримов начисто вся. Вообще. Потому что мы читаем книженцы. Привет, Кикимор. 3XL. Хорошечно. Душевная такая. Кикимора. С
субботу юбилейный стрим с пошивом эксклюзивного костюма. Великолепно же. Чё сразу низкокачественно? Отлично. Вы какими судьбами к нам? Ну, я же говорю, швейный шьюхин штрим. Чаечку. Уже холодного, но... В смысле по новой? Ну, по новой так по новой. Уважаемые и не очень. В данный момент в моем Discord-канале происходит голосование на выбор следующего произведения для чтения. Если вам интересна эта тема, интересна эта тематика стримов, добро пожаловать в мой Discord-канал и приобщаемся к голосованию. А, Кужлевка, это там, где этот поселок Рассвет? Играть не играл, видел в этом в видосе от Stop Game, Refund, не Refund. Ну там какая-то очень странная штука. Чего ты все пропустил опять, обысь? Вот уменьши надо в этот играть. Как его? Мотив. В калибру. Вот. Объявление было о голосовании. А ты чисто на звук среагировал, да? Но не на содержание. Давай, Сень, доброй ночи, рад видеть. Так, и товарищ Гринчарк, чё я вот это вот стесняюсь? Пока он там молчит. Сладких и огуречных. Главное, чтобы они были со сладкой попкой. Очень странная музыка. Да, голосование продолжается. Чё началось-то? Вот это вот. Бу-бу-бу да бу-бу-бу. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Вот. Гринчарка тоже вышлем. Выслат. Как бы это странно ни звучало. А, ну и... 208. Да нормально справились. Ну и, собственно, по всем традициям. Как мы обычно делаем это? По вторникам. Рид никуда не едет. Дабы не нарушать атмосферы. К сожалению, которая не приехала к рейдерам. Да, все идут спать. Немножко с грустным настроением от окончания произведения. Сейчас мы сделаем что-нибудь вот такое. Там же я надеюсь. Оу. Оу. Вот. Ненавязчивое музыкальное сопровождение, которое я заглушаю своим голосом. Ну, если ты все пропустил, то как в том фильме. Четыре свадьбы и одни похороны. Помнишь, была такая комедия? Вот у нас было немножечко в других числовых значениях. Там было 0 и 2. Грустно, печально, мощно, сильно. Музыка такая. Завтра, скорее всего, даже будет 2 стрима. Один днем в 12. Но, возможно, без Твича.
Да-да-да, казалось бы, при чем тут дворецкий? Вот. Один днем около 12 часу дня по МСК. Второй вечером, не знаю во сколько, но будет. Вот, как-то так. А кто проголосовал? Сейчас опять обысь прибежит возмущаться, да? Кто проголосовал, не обижайтесь, но нужно немножечко проэвриванить весь Дискорд-канал, весь Дискорд-сервер, чтобы больше людей приняло участие в голосовании, чтобы я задолбался считать через неделю, чтобы большинство из этих людей просто забили... неважно. Гвоздь в стену. Чтобы порадовать соседей. Сейчас. Ой. На этой замечательной ноте все идут спать, а Трова едет во вторей через минуту после завершения стрима. Нет, ты голосуй. Вот. Я выключаю свет. Медленно снимаю с себя футболку. И скреплю костями. Ладно, в моем случае медленно снимаю с себя шапку. О, Геш, привет. Все, ребятушки. Ждем авторейд на Трово. Лутаем 50 маны. Ну, можно даже поздороваться, если вдруг там без отслеживания. Идем спать. Все. Добрых снов. Голосование.